Девочки, всем привет! Спасибо, что заглянули на канал магазина hollyshop.ru. Сегодняшний ролик мы хотим посвятить теме об особенностях ухода за жирной кожей лица. Меня зовут Кристина, и я как раз обладательница такого типа кожи. Именно поэтому эта тема для меня очень актуальна. Если она также актуальна и для вас, пожалуйста, продолжайте смотреть. Для жирной кожи лица характерны следующие признаки. Во-первых, это, конечно, избыточное выделение кожного сала. Второй признак – расширенные поры. И, как следствие, периодическое возникновение воспалений и прыщей. Если вы себя узнали, значит, вы обладательница именно жирного типа кожи. На самом деле, этот тип кожи один из самых капризных, и поэтому он требует особого ухода. Существует множество мифов об уходе за жирной кожей лица, и именно о них мы с вами сегодня поговорим. Миф номер один. Жирной коже не нужен увлажняющий крем. Очень часто от наших покупательниц мы слышим следующее утверждение. Мне увлажняющий крем не нужен, потому что у меня кожа и так жирная. Конечно же, это в корне неверно. Жирная кожа, как и любая другая, может быть обезвоженной и нуждается в ежедневном увлажнении утром и вечером. В рамках ухода за жирной кожей лица мы рекомендуем использовать увлажняющее средство с легкой текстурой, которые не будут перегружать кожу и провоцировать появление жирного блеска в течение дня. Если говорить о каких-то конкретных продуктах, то рекомендуем вам обратить внимание на следующие крема. Вот такой вариант крема с фитонцидами от бренда Tony Moly. Средство имеет гелевую текстуру и очень хорошо подойдет обладательницам жирного типа кожи. Вот такой вариант с органическим экстрактом алоэ вера также отлично впишется в вашу ежедневную бьюти-рутину. Третий вариант – вот такая уходовая эмульсия от бренда Epiu, созданная на базе масла чайного дерева. И вот такой отличный вариант – это крем для лица, созданный на базе экстракта африканского цветка клеома от бренда The Sam. Крем отлично подойдет для комбинированной жирной кожи с расширенными порами. Все ссылочки на эти продукты мы обязательно оставим под видео. Еще одна распространенная ошибка в рамках очищения жирной кожи – использование жестких скрабов. Это неправильно. Гораздо более верным будет использование очищающих пилинг-скаток. Что такое пилинг-скатка? Это пилинг целлюлозного типа, который за счет содержания в своем составе целлюлозы скатывается прямо у вас на лице. Пилинг-скатка работает очень деликатно, не травмирует кожу, в отличие от скраба, но при этом дает очень хороший очищающий эффект. Вот здесь у меня на полочке варианты, которые отлично подойдут для очищения комбинированной и жирной кожи лица. Вот такой вариант с экстрактом ананаса от бренда Skin Food, вариант пилинга с АХА-кислотами от бренда Etude House. Вообще, кстати говоря, в рамках ухода за жирной кожей лица очень полезно использовать фруктовые кислоты. Отличный вариант с экстрактом лимона от бренда Secret K средства. Вот такой специальный очищающий пилинг, созданный на базе коры белой ивы для комбинированной жирной и проблемной кожи. И, конечно же, признанный хит – вот такой пилинг от бренда Holika, созданный на базе яичного белка. Третий миф – гидрофильное масло не подходит для жирной кожи лица. Это неправда. Классическая химическая реакция. Масло растворяет масло. Соответственно, гидрофильное масло очень хорошо очищает кожу, склонную к появлению жирного блеска в течение дня. При выборе очищающего средства единственное, чем вам стоит руководствоваться, это то, для какого типа кожи этот продукт создан. Существует множество гидрофильных масел, которые идеально подойдут для очищения жирной кожи лица. В рамках ассортимента hollyshop.ru это может быть вот такой вариант от бренда Epiu. Средство создано на базе минеральной воды и содержит в своем составе соду. Сода – это признанное народное средство, которое очень эффективно в рамках очищения пор. Гидрофильное масло с экстрактом лимона от бренда Secret K также отлично вам подойдет. Третий вариант – вот такое вот масло от бренда Skin Food, созданное на базе яичного белка. И четвертый очень интересный продукт – это средство 2 в 1 от бренда Zeion. Продукт сочетает
себе действие пенки и гидрофильного масла. Смело используйте гидрофильное масло в рамках очищения жирной кожи лица. Оно прекрасно очищает поры, растворяет сальные пробки, регулирует работу сальных желез и в целом очень благотворно сказывается на состоянии жирной кожи лица. Четвертый момент, о котором мы просто не можем не сказать, говоря об уходе за жирной кожей лица, это использование регулярных смываемых масок, созданных на базе глины. Глина очень благотворно влияет на состояние жирной кожи лица. Маски на основе глины сужают поры, регулируют работу сальных желез, восстанавливают естественный pH-баланс кожи и оставляют после себя очень комфортный матовый финиш. Вариантов масок, созданных на базе глины, огромное множество. Вот только некоторые из них. Используйте глиняные маски 2-3 раза в неделю, и вы совершенно точно увидите результат. Предлагаем подвести итоги. Первый момент. Обязательно используйте увлажняющий крем для лица. Остановите свой выбор на эмульсии или креме с легкой гелевой консистенцией, который не будет перегружать вашу кожу. Второе. В рамках очищения кожи откажитесь от жестких скрабов и остановите свой выбор на мягких пилинг-скатках, которые обеспечат более деликатное очищение вашей кожи. Третье. Не бойтесь использовать гидрофильное масло. Пожалуйста, не забывайте, что жирная кожа, так же как и любая другая, может быть обезвоженной. Гидрофильное масло обеспечит очищение кожи без пересушивания. И последний, четвертый момент. Очень важно в рамках специального ухода за жирной кожей лица 2-3 раза в неделю использовать глиняные маски. Следуя всем этим четырем правилам, вы однозначно увидите результат и почувствуете разницу до и после. Очень надеюсь, что видео получилось интересным. Если у вас появились какие-то вопросы, пожалуйста, оставляйте их в комментариях под видео. Мы всегда рады вашей обратной связи и всегда готовы к диалогу. Следующее видео ожидайте на следующей неделе в среду. Спасибо за внимание. Всем пока!